Вот, и на канале AAA, и мы продолжаем проходить Sacred. Так, что у нас тут? Да, мы все продали и идем в долину... Короче, в болотах мы сейчас конкретно. Вот этого я не ожидал. А зачем вы так со мной? Я с вами по-нормальному даже вас не убивать собирался. А вы тут меня что-то это... Начали тыкать... Зачем? Вопросы есть. Есть вопросы. Что прям фиолетовый удар молнии. Не знаю, конечно, нафига мне кольцо льда было там, но учитывая то, что у меня так сильно все прокачано, я уже не буду так прям менять себя на заклинание мага. Скорее всего, буду менять не маговские заклинания, так скажем. Так, нам бы здесь типа сывануться, как будто бы, на всякий случай. Так, слезть и пойти наконец-то за третьей частью. Да ну конечно. Я вот и думаю, что не стоило. Интересная архитектура. Так, нам аж наверх. И выход в самом конце. Типа так близко будут. Ты гнал, стата. Выжил ли кто-нибудь в этой резне? Интересно. Вопрос есть. Это мы типа в начало вернемся, чтобы сюда пройти. Вообще нам туда. Защищает от обычных повреждений. Все нормально, не очкуй. Прорвемся. Я не буду прям сидеть, ходить тут всех распинать. Ну, типа, всех разбирать, потому что мы времени убьем просто уйму. А все-таки, подожди, тут какой-то квест есть еще. Ну вот. Поэтому мы пойдем, я думаю, как бы целенаправленно. Слушай, прилично эта штука увеличивает количество опыта, которое получаешь. Серьезно? Первые враги, которые живут чуть подольше, чем хотелось бы. Так. Вот что я меньше бью. Я что-то меч взял в руки. Здоровенько. Немного-то я больше убью, конечно. Но восстанавливается быстрее. Серьезно, такой же вид, такой амазонки обычно. А ты кто такой? Почему ты защищаешься? Почему ты не дерешься? Да хватит. Типа проход не здесь. Каким боком они за мной последовали? Ну ладно. Так и быть. Видимо, нам куда-то дальше. Но куда? Вот в чем вопрос. Мне нам сильно выше. При этом не сказать бы, что я особо вижу проход сильно выше. Разве не похоже на проход? Завязал потасовку и сам же из нее вышел. Понятно. Здравствуйте.
Пойду вручную добивать. А чё, кстати, моя магичка без оружия? Чё, у неё оружие выбили, что ли? Она теперь кастовать не может. Так, на всякий случай сейванёмся. Всё-таки прошли куда-то. Уже неплохо. Да, кстати, что-то магичка прям, короче, это, перестала что-либо делать. Только не видишь, что на таком тесном пространстве мы будем сражаться с драконом. Но, судя по всему, да. Нет. Опять прохода через подземелье. А тут все больше и больше я смотрю этих мобов всяких. Крутых, типа. Там еще один есть. Волчара. Тупо золото. Тут у нас... А я думаю, что она похожа на мою амазонку. Так, нам дальше. Ну-ка, и что она куда бежит? Они все бегут. Их тут в целом просто всех бьют, я так понимаю. Так, ладно, разбираться с этим не будем. Наша цель простая. Наша цель — дойти до артефакта следующего. Ой-ой, пауки. Ну, ловить. Там уникальное оружие у него какое-то было. Так. Чё? Чтобы открыть дверь, необходим ключ. Интересно, 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 это они задумали. Слушай, яд, конечно, по 40 бьет, это уже прилично. Так, вопросы есть, вопросы. Во-первых, нужно свернуться. На всякий случай. Сейчас остаемся, целее будем. Так, во-вторых, наверное, стоит захилиться. В-третьих, стоит, наверное, ускорить выполнение заклинаний. И в целом, как будто тут рядом что-то будет уже. Какой-то замес. Да-да-да, именно вот этого мне не хватало. Серьезно? Они огнем разве бьют? Смотри-ка, кто охраняет-то. Ладно, давай наложим защиту от огня. Так, чтобы было. Ну, здорово. Пусть твоя смерть послужит уроком для других. Ну и каким уроком? Типа ты магичка, но походу похуже, чем я. И все? Серьезно? Я ожидал чего-то большего, если честно. У тебя ключ находится, да? А кто вы? А, во-вторых, можно слушать пьяную историю о ужасном появляющем демоне. Так, как это? Крестьяне? Серьезно?
Демон ко всем заклинаниям. К защите. Скорость, харизма туда-сюда. Ну, что-то как-то дохленько-дохленько. Я ожидал реально сильно гораздо большего. Я предполагаю, что этого должно хватить, чтобы мы прошли сквозь двери. А кто это такие? А, это NPC-шки. Золото я уже устал подбирать. Так. Ну да. Ожидаемо. Так, такие вещи я не особо люблю, конечно, но попробуем пройти. Ну, видимо, как-то так, я думаю. О, а ты кто такая? Крисон, страж какой-то. Предупредили бы. Офигеть мне, конечно, это. Здоровец. Но против... И золото. Угу. Действительно. Ведь самое необходимое это золото в этом случае. Здорово, ребятушки. Проклятое сокровище. Так, что я могу сказать? Прошли, надо сохраниться, потому что мы прошли такой интересный момент. Но по поводу того, что некоторые говорят, что третий акт скучноват, я, возможно, даже слегка соглашусь. Как-то не сильно впечатляет. Подожди, там мне показалось, или паук, который кастанул на себя заклинание. Или это маг, который кастанул на всех заклинания? А не, смотри, он кастует что-то даже, наше чудо. Что, со всеми разобрались? Ну и отличненько. Топ-дово, там дракон. Я тебе отвечаю. Вот там уже, да. Просто смотри, специально сделан такой коридорчик, и дракон, и узкое место, чтобы с ним сражаться. Мне кажется, это идеально придумано. Защита от огня. Если это, конечно, огненный вообще дракон. Знаешь, какому дракону я стопудово солью? Я солью дракону, который бьет издалека. Ну, то есть, типа... Нет, не дракон. Который, короче, бьет, получается, сильно дальними атаками. Вот такому дракону я стопудово солью. А где дракон? Дракона мне дайте. Я не верю, что это все, что только меня ждет. Это было слишком легко, реально слишком. Ну, реально слишком легко. Дракона мне дать. Так, ладно, хорошо. Ментальная регенерация, телосложение по максималке. 1300 здоровья, нормально. Стихия земли. И телепортик, отлично. С тобой покончено. Поток подвижности. Так, а, ну ожидаемо, что нас выведут сюда, конечно, это было прям ожидаемо. Вопрос в другом.
мне, значит, получается бежать обратно. А, нифига, стихия на карте так близко. Тут то, что, короче, я слышал, что есть еще один помощник прикольный, короче, Минотавр. Где-то он там выдается. Минотавр Мока вроде. Я думал сходить за ним, потому что вроде как он умеет разоружать врагов, то есть уникальное оружие у них забирать. И учитывая, что вон у них там какие-то луки фиолетовые и прочая фигня, мне хотелось бы это взять. Тем более, что по квестам в целом как бы быстро должны совсем разобраться. Вот, поэтому я думаю, что сейчас мы быстренько, короче, двинем в этот. Сначала в замок все продать. В этом районе у меня не возникнет. Потому что здесь нам вроде как ничего не нужно из того, что у нас есть. Неужели она ничего не... А, длинное оружие она может. Вот, вилы. И умерла. А чё, она умерла? Все, я понял. Она длинное оружие может брать. А двуручный лук ты можешь? Не можешь. Задень топором. А, топор она может взять. Так, ну-ка. То есть теория и длинная двуручный. Ну вот ради интереса. Посох-то она не может брать длинный. Нет. Ладенье топором. Двуручная она вроде может. Но между этим и этим... Ладно, как будто бы, но она не бьет все равно магией. Ничего интересного, буквально ничего. Кольца ты тоже не можешь брать. Поток подвижности, удар молнии, физическая регенерация. Так, короче. Вроде как, где там у нас... Где-то здесь, вроде как арена. А, нет, арена где-то. Где арена? Вон арена. То есть мне надо... В Бельвью. Ага. Бельвью. Отлично. И где-то здесь арена. Так, наверное, отсюда будет ближе. Да, отлично. Арена вообще внизу. Я не могу телепорт... А, ну ладно, добегу. Короче, вроде как, здесь есть этот Минотавр. Не то, чтобы мне там прям великопомощники были бы нужны, но, типа... Почему бы и нет? Я надеюсь, правда, что на этой арене. Это задание. Давай посмотрим. Хотя далеко не факт, что на этой арене, на самом-то деле. Боевой медведь сбежал с арены, его нужно обезвредить. Меня зовут Игорь Балчик. Я совладелец местной арены. Должно быть, тебя послали на боги. Только что случилось несчастье. Один из боевых медведей загрыз своих охранников. Пожалуйста, пока нет. Что я за это возьмусь? Так, на самой арене нет заданий? Я что, спуститься не могу? На арену пройти я не могу. Возможно, вовсе не на этой, конечно, арене. Вот в чем дело. Потому что вроде как тут еще какие-то арены есть. Но это не точно. Так, это мост туда. Арена осталась следовать только что. Всю арену обижали. Да вроде всю. И не вижу я здесь задания на какого-то кого-то. Я возьмусь за это задание. И где этот ваш медведь? А нифига, он так далеко. Так, ладно, видимо, не на этой арене. Ну ладно, посмотрим тогда, возможно, в следующей, перед следующей серией посмотрю просто, где этот
Минотавр может быть. Если он вообще на этом уровне сложности есть. Просто чем, типа, чем больше толпа, тем веселее. Теории. Плюс я говорю, видишь, у них уникальное оружие, и как бы немножко хотелось бы все-таки иметь. Да ну хватит. Ну можно зайти? Ладно, погнали тогда за следующими стихиями. Что там нет-то? Так, куда нам? Как будто вниз. Но здесь ли вниз? Ну, еще бы. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Серьезно? Побежали. Ну да, бьется она, конечно, так себе. Но они все в целом так себе бьются. Да, да, да. Что ты хочешь с меня? Кто потерялась? Мама, мама, нет, кровь, я иду. Чё? В смысле, я только из-за этого пошел? Вопрос, я могу сюда телепортнуться? Даже не подходить. Нет, считается как стена. Кайф. Я, чтобы сюда попасть, надо все обходить, снизу заходить. Прикол. Случайное задание, которое я даже не планировал брать. Блин, ну он просто высокого уровня. Из него что-то выпало. Просто с этих высоких уровней с них падает, типа, шмот прикольный. Однако же. Так, пропавшая дочь. Ох, дочь моя, спасибо, я так люблю тебя. Чё? Это чё за разводы? О, как это было ужасно. Спасли меня от чудища. Если бы на свете было больше таких, как вы. Как вас. Здесь на востоке нам не у кого просить защиты, ведь все солдаты отправились на юг. Тут появилось слишком много монстров. Огромное вам спасибо. Отлично, задание выполнено, но что это мне дало? Так, тут какая-то деревушка. Деревушка какая-то. Меня не раз предупреждали, что в этом районе я должен быть очень осторожен. Так, отвянь. Как ты прошел сквозь ветер? Значит, это пока скинем. Я не знаю, зачем это мне, но, возможно, мне это пригодится когда-нибудь. Ты щит не можешь юзать? Нет. Физическое сопротивление против стрелки защиты, скорость плюс 10, восстановление заклинаний плюс 15. О-о-о! Вот это уже интереснее. Сильный удар. Восстановление заклинаний. Ну, побегаем тогда пока с первым. Так, 6,3. 6,1. Ну, не сильно прям разница, но зато мечом. Так, а... значится. Продать хлам, видимо. Либо купить новый. Так, двуручная. Серафим. Она может оружие Серафима делать? Мне просто интересно. Нет. А, вот она. Огонь заклинания, восстановление особых ударов. Давай вот это возьмем, попробуем. Может она его? Не может, прикинь. Зря только бабки трачу. Владение мечом.
Блин, топором. Может быть, ты меч двуручный можешь? Нет. Хрен пойми, короче, какое оно оружие может одевать. Так, эликсирчики жизни. Ну давай пока что купим. Стоят они нифига. Да, как бы действительно стоят того. Назовем это так. Лишними никогда не будет. Пол этого забито. Так, окей, ладно, погнали дальше, чё. Я только хотел сказать, какое-то задание по-любому у тебя. Кто ты? Сэр Джон Добродушный. Такой человек, как вы, не испугает серьезных монстров. Слушайте, меня украли фамильную ценность. Пожалуйста, постарайтесь найти пещеру драгоценности моей матери. В этих жутких землях полно монстров, хотящихся на драгоценность за драгоценностями. Моя покойная матушка, да упокоится Бог ее душу, очень берегла эту фамильную ценность. Перед моим рождением она покинула поместье в Ширспене и переехала сюда из-за отца. Но о чем это я говорю? У вас прекрасная фигура, даже очень. Я за это возьмусь. Ну, допустим. Хотя я и владею магией, в этом районе мне следует быть очень осторожным. Так и знал, что здесь есть задание. Изольда Бриглет, найди пропавший отряд, верни мне кольцо с печатью моего мужа. Я желаю тебе хорошего дня и хочу поручить тебе безрадостное задание. Некоторое время назад мой муж четверо лучших людей отправились на юг, чтобы освободить наши земли от ядовитых троллей и прочих мерзких тварей, но ни один из них не вернулся. Один человек сказал мне, что видел, как на них напали темные эльфы, но у меня нет никакой информации, доказательства. Да, принеси мне доказательства печаткой. За это задание. Так, понятно, вы, как всегда, мне раздаете кучу до заданий. Пропавшая экспедиция вообще где-то непонятно где. Тарантул, который стреляется. Что... Ну просто у нас-то основное задание здесь вообще-то. Не-не-не-не-не. А нафига ты слазишь? Да фига себе тут отряды, конечно, ходят. Ну-ка, давай посмотрим, разберется она с ним. Что, штаны намочил? Ну, типа... пытается. Так, ладно, поехали по заданию. Меня бы мало волнует. Мне надо с стихиями разобраться. Очень вовремя меня тормознули, прямо перед самым этим. Чего? Серьезно, стихи Анкари? И такой чел? Если хотите попасть в Веракнар, закройте ворота дамбы в Гарлстате и Журакнаре, как его теперь называют. Это непростая задача. У королевской армии полно забот. Войск для защиты деревни едва хватает. Вряд ли мы сумеем найти достаточно людей, которые бы согласились войти в Журакнар и закрыть ворота. Угу. А где мне найти эти ваши стихи? Подожди, не понял. Механизмы управления дамбой находятся в Журакнаре. С их помощью можно... Вау, у нас тарантулом один может справиться. Так. В Журакнар. Ну, пойдем в Журакнар. Коль не шутишь. Трусливая тварь! Подожди, не понял я. Мне опять типа надо идти туда, где откуда я пришел, по факту. А, ну вон показывает наверх.
Правильно ли я пошел? Вот в чем вопрос. Типа, ладно, сейчас. Здесь какой-то мост с телепортом. Я так понимаю, что здесь прохода не будет, пока мы, типа, дамбу не перекроем. Нет, здесь... А-а-а. То есть нам сюда, типа, не спуститься. Ага, ну ладно, ладно. Все с вами ясно. Так, а дамба, я так понимаю, что... Нет, даже не это. Ну, хотя сейчас увидим, зайдем, он явно щелкнет этим, если это квестовое. Нет, это не квестовое. Действительно ли этот район так опасен, как говорят? Интересно, интересно, действительно интересно. Ладненько, тогда этим всем мы займемся в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал, следи за продолжением. Пока-пока.